Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков, и в данном видео я хочу показать вам весьма интересное, любопытное видео, в котором никто иной, как певец Николай Басков, носящий звание заслуженного артиста России, исполняет гимн известной инвестиционной компании Кэшбери. Чтобы не нарушать авторские права, я покажу вам только короткий фрагмент, а если вы хотите посмотреть гимн полностью, то под этим видео есть ссылка на официальный канал компании Кэшбери. С Кэшбери мы все свободные люди, с Кэшбери мы все миллионеры, ведь наша планета похожа на солнце, свет и тепло, от нее все больше и больше! Кэшбери, Кэшбери. Комментарии под видеороликом можно условно поделить на диаметрально противоположные. Например, убогая пирамида и убогий Басков. Люди, вы все наивные дураки. Кэшбери — это финансовая пирамида. Многие люди потеряют миллионы, когда проект соскамится. А он уже начинает скамиться, потому как очень активно начали пиарить и даже Баскова наняли. Не бывает всех миллионеров и бездельников, так как тогда нечего будет жрать на планете. Короче, ждите скоро скам, включите, пожалуйста, логику. Логически подумайте, очнитесь, вам промывают мозги. Лариса, да, Басков, что-то так опустился, где они духовные ориентиры? А вот Яна, например, наоборот, выступает в защиту компании Кэшбери. Нас ничего и никто не разрушит. Кэшенька, живи вечно, мы с тобой. Андрей Тимченко, круто, Коля зажег. Гайфула, да, друзья, никогда не думал, что мной написанную песню будет исполнять Николай Басков. Кэшбери для меня это и есть жизнь, полная радости и счастья. Ну, то есть, данный человек, Гайфула, утверждает, что это он автор текста песни, я так понимаю. Вот что значит голос России. Коленька, мы любим тебя. Ты огромный молодец. Так, ну вот опять пользователь высказывает мнение. Финансовая пирамида. Кэшбери несет деньги до поры до времени. Им нет смысла платить инвесторам 300%. Да вы даже на микрозаймах не отобьете их за год. А тем более, если у вас несколько десятков или сотен миллионов и просто не успеете выдать в оборот, так как нет столько потребителей. Кэшбери — самая прибыльная компания. Кэшбери, вечно живи, спасибо за все. Я угораю просто. Кэшбери рулит. Что за ублюдок? Нищие ставят дизлайки. Да, то есть по мнению автора всем должно очень сильно это все нравиться. Вживую очень круто было слушать. Круто! Пусть Кэшбери существует как можно дольше. Процветание холдингу и партнерам. Так, пользователь Скорпион. Парни, поверьте, это дорогая, это Коля вам уже не поможет. Ждите в гости ребят с большими погонами. Очень скоро. За базар отвечаю. Круто и очень круто. Изменил свое отношение к Баскову. Реально мужик выложился на 110%. А Бузовый дизлайк. О, там еще и Бузова была. Так, супер. Аж мурашки. Кэшбери — это та компания, в которой вы можете реально заработать. Я лично в этом убедилась. Ставьте цели, действуйте, примите правильное решение. По всем вопросам пишите. Das ist четко шедевр. Как же сильно. Огонь. Вообще супер. Нормально спел. Круто, и мы там были. Огонь. В общем, можете сами зайти на канал Кэшбери и полностью просмотреть гимн компании Кэшбери в исполнении Николая Баскова. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.